Добрейшего всем времени суток. Нанокубик 30-литровый, 3,5 месяца ему после запуска. Один раз я чистил стекла за все это время. Фильтр не промывал. И сейчас я не стал ничего чистить. То есть фильтр вот такой за 3,5 месяца. Это от коряги больше вот такой темный налет. Практически в этом аквариуме все идеально. Световой день 8 часов. Светильник Чехирос C2. Фильтр. Рюкзачок подвесной. Трехватный. В нем мелкопористая губка. Растение Ротал индика. Гидрокотил трипартита. Амания грациалис. Буцефаландры на коряге. Альтернатера Рейнека мини. Красная. И Погостимон Хелфари. Основной грунт пропант. Удобрения в этот аквариум не добавляю, но буду добавлять макро. Из макро буду добавлять только нитраты. Потому что рост за 3,5 месяца, конечно, должен быть получше. Так что нитратов добавлю. По микро посмотрю. Пока вроде все нормально. Обитатели гуппи японские, голубые. Есть желтые креветки. Вот здесь вот на кромке зеленый налетик. Я ничего не чистил перед съемкой. То есть аквариум в таком вот состоянии находится. Грунт не сифонил. Тут можно только вот здесь на переднем плане просифонить и все. Погостимон так более-менее. Ну вот справа, конечно, еще не заросло. Вот с правой стороны. Я думаю, если был бы грунт не пропан, тут было бы все гораздо лучше. Креветки еще здесь неокоризины, желтые. Их тут мало видно, потому что они в основном все время в зарослях. Гидрокотил трипартита. Вот там вот ее чуть-чуть видно на заднем плане. На коряге несколько листиков. Аквариум такой заросший. Но буцефаландры изначально были посажены так плотно. Альтернатеру Рейнека мини я уже подстригал разочек. Поэтому это уже, так сказать, второй вот урожай. Я съемку почему сделал так, ну, неровно, вот 3,5 месяца, потому что собираюсь все подстричь, а у меня бывает так, подстригу, и потом вроде бы надо снимать ролик. Так что вот до стрижки такая вот съемка, потому что я хочу буцефаландру рассадить еще в другой аквариум, тоже на корягу. Роталу хочу тоже подстричь. Она уже так там приличная, уже по воде сверху лежит. Но если бы было все идеально, ее бы уже, у нее стрижка уже была бы. Но вот пока вроде не все так идеально, хотя вот там рост вот есть, она пошла. Амания грациалис вроде стала вот там на заднем плане тоже выходить. Немножко такая красненькая. Может быть, стекло не идеальное по чистоте, но я не стал перед съемкой чистить. То есть, чтобы вы посмотрели, вот за 3,5 месяца раз я стекло чистил. И то это было возле фильтра. Там был небольшой налетик. Но это было связано с тем, что коряга вот только в аквариум была помещена. Это коряга вишня. Поэтому она давала вот этот темный такой налет. Вот он на фильтре есть, я его не стал промывать, чтобы вы посмотрели, как выглядит фильтр через 3,5 месяца после запуска. Улитки здесь есть, катушки, они не мешают, с ними хорошо. Небольшой налетик съедают с растений, поэтому с улитками борьбу не веду. У меня катушки теперь в аквариумах во всех есть они. Ну, пусть будут, катастрофического размножения нет. То есть численность такая саморегулируется, потому что корма им немного. Ну, так вот выглядит аквариум за 3,5 месяца. Опять же повторюсь, нитраты я, скорее всего, буду сюда добавлять. По микро не знаю, вряд ли, пока все и так хорошо. Ну, по буцефаландре будет видно тут. Или где-нибудь хлороз пойдет. По альтернатере тоже будет все это заметно. Так что по микро здесь вроде бы все неплохо. А вот по нитратам я бы добавил, потому что гуппи здесь не так много на 30 литров. Нитратов так по внешнему виду не хватает все-таки. И ротал медленно растет, она вообще так быстренько должна расти.
Пропант менять не буду. Вот в этом аквариуме он вроде более-менее работает. Хотя, думаю, был бы здесь песок, работал бы получше. Вот небольшой обзор аквариума. Пишите ваши комментарии под роликом. Мне интересно ваше мнение. Обратная связь. Все-таки с вами должна быть какая-то... Ну, это не скейп, а обычный аквариум. Такой простой, домашний. С минимумом обслуживания. Потому что, говорю, стрижка была только у альтернатеры Рейна Камини, и все. Больше ничего я здесь не подстригал. Особенно не убирался тут. Такой простой аквариум. Любительский. Фильтр пока убирать не собираюсь, пускай работает. Здесь вроде с ним нормально все. Заходите на канал, подписывайтесь, смотрите ролики, принимайте участие в стримах, ставьте лайки, кому нравится, кому не нравится, ставьте дизлайки. Успехов вам во всем, всех благ, берегите себя, своих близких. Не прощаюсь.